В этом году отопительный сезон в Рязани стартовал раньше обычного, минимум на полмесяца. Это было принципиальное решение городских властей в интересах жителей. Слишком уж холодной выдалась эта осень. Первыми тепло получили объекты социалки, детские сады, школы, больницы, на очереди жилой фонд, который будут подключать поэтапно. У нас более 3000 домов, которые питаются, теплоснабжаются теплоносителем. И отопление включить сразу в 3000 домах невозможно. Значит, это делается плавно, чтобы сети не порвались, отопительные приборы не порвались. Все постепенно открыли, подождали, спустили воздух, прогрелось, и люди получили свое тепло. Значит, для более безопасного включения требуется время и не спешка. Время подключения одного дома от 2 до 5 часов. В день тепловики присоединяют 300 многоэтажек. На сайте РМПТС выложили график ввода рязанских котельных, каждая из которых обслуживает несколько домов. Точный день подключения можно высчитать из таблицы. В тепловых сетях рассказали, как ею пользоваться. Так как ежегодно у нас дата меняется и зависит только от распоряжения, значит, там стоят только дни. То есть и первый день это отсчитывается от того дня, когда включается, когда объявился отопительный сезон. В данный момент это с 20 числа. Значит, у нас там разбито на 10 дней. То есть первый день это 20, потом 21, 22, 23 и так далее. Сейчас вот много вопросов у нас поступает в диспетчерскую службу. Некоторые люди не могут найти своего дома. Все эти дома и все адреса, которым каким теплоисточником подключены, были пересланы управляющей компании, и они должны как бы разъяснять своим жителям, где, что, какой дом и когда. Но сложилась ситуация в этом году, что многие люди к нам обращаются и спрашивают напрямую. Сейчас мы об этом задумались и сделаем расшифровку. Каждый источник будет раскрываться, и там будут дома по... Каждый может увидеть свой дом. Что же касается оплаты, а многим рязанцам в платежках уже начислили стоимость услуг за тепло, то в РМПТС пообещали сделать перерасчет, но уже в октябре, поскольку из-за поэтапного подключения у каждого дома расход будет свой. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».